Остров замечательный, остров маньяков-дайверов. Очень люблю этот остров. Мала Пасква. Маленькая Пасха в переводе с испанского. Дайвинг, как всегда, на Филиппинах замечательный. У меня сегодня сплошное удивление всему. Первый мой дайв на Филиппинах не запомнился тем, что у меня перестал работать регулятор. Как перестал? Вообще не работал. Первый день мы с Настей поменялись скубой. Очень много живности, чего там только мы не видели. Мелочи всякое разное. Гигантские каракатицы, гигантские осьминоги, куча рыбы, гигантские акулы. Я их не увидел, но те, кто видел, говорят, что они гигантские. Меня очень удивила акула. Хотелось бы побольше акул, мы видели всего одну. Ну, конечно, акула. Мне удалось ее увидеть вдалеке, но этот образ был незабываем. Я сегодня все три дайва фотографировал, осваивал технику Никиты. Жалко только, что SD-шки не было в фотоаппарате. Пещера мне очень понравилась, необыкновенная. Наверное, я сейчас всех поражу. У меня круто поменялось отношение к ежам. Я влюбилась в ежей за сегодняшний день страшно. У нас за всю жизнь столько не было погружений, сколько на Мала Пасква. Но понравилась огромная каракатица. Фонарем. Я перестала работать фонарь. Да. Вообще все сегодня молодцы. Не потерявшиеся в ночи. Такое впечатление, как будто ну, у вас у всех там, штук 100 ночных дайвов точно за пазухой есть. То есть. Ученики даже лучше, чем рыбки. Сегодня были и мандаринки на ночь. Мандаринка, да, потрясающе. Я не видела. Рыбку, мандаринку, которую я тоже не видела. В ночном дайве мы увидели мандаринку, рыбу. И странно, больше всего поразили конючки. Было очень много. Они были разнообразных цветов, размеров. И коньки, очень много было коньков, это прям супер классно. Конечно, коньки в природе. Маленький беременный конёчек, но с таким пузякой. Мальчик. Мальчик, самцы вынашивают потомство. Идеально. Из минусов я бы отметил бешено орущих петухов. В 2 часов ночи они мне очень не понравились. Гигантских тараканов, ну, таких, наверное, которые здесь ползают повсеместно. Жуки. Ну, на этом острове все гигантское, я с этим ничего не поделать. В целом, вообще все хорошо. Видимость хорошая, тепло. И то, что 3 дайва в день, я молодец. Это, наверное, первый соло-дайв за много лет. Так что это было очень-очень здорово. Для дайвинга здесь все зашибись. Всем обязательно сюда ехать. Обязательно с LLD, а мы пошли собираться, нам нужно дальше все Филиппины посмотреть за неделю. До завтра! Пока!